Всем привет, будем переделывать чехольчик. Поскольку здесь нет бархатки, будем клеить напрямую. Заранее купил. И ссылка на них будет в описании. Остальные пластины. Ну, качество, конечно, посредственное. Но, тем не менее, загнутый край от штамповки вовнутрь. Именно поэтому будем клеить на чехол. Потому что сверху не получится наклеить там текстуру. Так. Практически незаметный трим-скотч. Защитную я буду снимать пленку, потому как у меня защитная пленка на заднем чехле, вот здесь гидрогелевая пленка. Ну и в принципе запечатываем. Вот такой чехол получился. У него есть текстура, то есть выпирают такие, ну как бы графика, рисунки. Ну и вот так это все выглядит. Палец совпадает. Все нормально. Адекватно работает. Ну и защитное стекло вровень с этим чехлом. В общем, как-то так. Ссылки на вот такие пластинки. И также на чехол будет в описании.